инновационные методики обучения, поурочные планы для педагогов и логические упражнения для учащихся. Назарбаев интеллектуальные школы намерены поделиться опытом с обычными общеобразовательными учреждениями через специальную интернет-платформу. По мнению педагогов, это поможет повысить качество знаний. 94 балла из 100 возможных. Так оценили кембриджские педагоги качество знаний учеников 12 классов Назарбаев интеллектуальных школ. В текущем году у этих выпускников принимали экзамены на английском языке. Самые сильные знания наши учащиеся показывают по предметам глобальной перспективы, проектная работа, литература, это казахская и русская литература, также по предметам химии, биологии и физики. Мы под 12-летку разработали абсолютно новое содержание образования, которое обладает целым рядом инноваций. Наши дети, которые выпускаются из школы, они обладают совершенно другими навыками. Они обладают навыком критического мышления, умение применять знания в нестандартных ситуациях, они умеют работать в команде, они умеют осуществлять поиск, обработку, анализ, синтез информации. У них наблюдается творческий подход к выполнению заданий. Это все те навыки, которые в мире называются навыками 21 века. И чтобы привить эти навыки, педагоги находятся в неустанном поиске новых, самых эффективных методов обучения. Мне понравился опыт учителя Семипалатинской школы по проведению индивидуальных занятий с учениками. Когда вот на ее примере «Казахстан в современном мире», который ведется на государственном языке, лица не коренной национальности в конце учебного года, они уже полностью заговорили. Добавим, на сегодняшний день в 16 Назарбаев интеллектуальных школах обучается свыше 10 тысяч учеников. Скоро эта цифра вырастет еще на 1000-2. В текущем году распахнут двери для ребят три новые школы в Петропавловске, Актау и Костанае. Айсулу Кусаинова, Даурен Журхабаев, Нурсулу Буквайева, Астана.